Всем привет! Выехали мы покататься. Был дождик, весь парк в лужах. Не знаю, почему не высохло. Так-то на улице очень жарко, и дождь был вчера днем. Короче, только что забрали посылочку с стресс-бэкшопа. Здорово! Ну давай, распаковывай же быстрее. Так. Топовая упаковка. Где посидел? Надеюсь, я микрофон не закрыл. Так, это тебе. Что это, стикер? Это стикеры. Вон посидел, я уже испугался, что его нет. Короче, да, погодите, ребят. Спросите, зачем нужен подсидел? Вот зачем. У Валеры, короче, оторвало седло. Ну, подсидел, короче, у него был трипод. Съехал на жопе. И, короче, сломал, когда он на флайбокс езжал с разгонки. С разгонки съехал на жопе. Покрышки заказывали, короче, сезона протестировать по приколу. Валера их не заценил. Не, они толку... нормальны. Они для дёрта нормально. Но не для... Ну, ты их не заценил для стрита и для парка. Вот. По итогу вот эти тоже покрышки карма устали очень сильно. И Валера решил попробовать вот эти покрышки. Покрышки Mission. Сликовые. Да, трекер. Что-то не в какой-то грязи. Это тальк. Это нормально. Не знаю, на фотке они по-другому выглядели. Сюда 4 атмосфер. Да без разницы. Подсидел Mission. Коротенький, парковый, облегченный. Это ты просто на ходу, да, придумаешь такой? Пакет белый, универсальный, для посылок. А седло у Валера вот хохлому, короче. Русская хохлома. Блядь. Так. Когда-то я на этом седле катался. Первая распаковка. Пакет хороший, это уже радует. Мин Insertion. Патент. Все есть. Блять. С чем они это пишут, конечно, я не знаю. А что, седло сразу вставляют? Без разницы. А, кстати, еще зажим. Да я посидел, посмотрю. Да, не поебал. Это уже радует. Если честно, какой-то странный подсидел. Нет, он тут C3. Он тут шершавый такой, типа, как это правильно сказать, типа фрезерованный. Ну да, да, да. Вот у меня посидел стресс, он мне больше симпатизирует, чем... Ну, это чисто так, на покататься. Посмотрим, если сломается, что сделаешь. Что делаешь? А? Дайте, сделаю. Нет, я хочу, чтобы все видели, как я делаю. Лучше бы сначала я просто закинул хотя бы немножечко. Зачем? Блядь. Попал. Ты этот, подъем выбери. А подъем какой ставить? Я у типов копировал и, в принципе, потом просто уже несколько лет так катаюсь. Сколько там времени? Я смотри, у меня стресс вообще был загнут. Мне кажется, надо на самом последнем закручивать. Дай, вот я покажу. У меня стресс так стоял. Дай, возьми, она снимает. Ну, это что-то типа вот этого. Ну, средняя, да, самая. Вот того. Подожди, сейчас. Я тебе могу сделать так же, как у меня. Да не надо, просто поставь и все. Рычагом будешь затягивать или нет? Нет. Тут может раскрутиться просто. Да я потом закручу когда. Я раскручивался, пока. Давай. Новый был. Ну вот как-то так. И... Четко. Бля, если честно, хотел бы себе воткнуть обратно. Воткни. На, держи.
сейчас я. Не поймав. Бля, ну на картинке, типа, они были этот, какие-то более сликовые такие, знаешь. Да, блядь, походу опять они в гарде ходили. Не, почему, нравится мне так-то прикольно. Какая высота нормальная? Ну, как у Михалыча. Бля, надеюсь, я микрофон не закрываю. Пиздец, краски нужны. Ты же его сейчас самый низ, да, сейчас? Почти. Я думаю, я должен это сделать. Не особо влияет. Блин, я не знаю, в чем эти покрышки, но... Короче, какой-то песок непонятный, неприятный. Надо руки теперь вмыть. Валерыч, понимаешь? Сейчас я закручу. Давай я тебя на шею закину. Лови. Блин, смотри, камеру, это не... Прям так, сейчас? Блядь, мне башку сейчас несёшь. Ты чё, кидай? Погоди, я ещё не готов. Говори, когда готов будешь. Ты, блядь... Всё, кидай? Ну, блядь. Вторую правильно. Готов? Не надо, блядь, понял. Ну-ка, на руль, на руль. По кайфу. В общем, все, Валера привел свой BMX в хорошее состояние. Выглядит бомбово. Покрышки прикольные. Только там есть какой-то бугорок небольшой, который меня смущает. Может быть, сейчас подраскатаются и он пропадет. А так вообще они такие широкие, выглядит бодро. А старые покрышки отправляются. Ну их уже бессмысленно кому-то продавать, потому что они никому не нужны в таком состоянии. Ну вот покажи просто, ну типа покрышки. Вот, карма. То есть, ну, покрышкам пиздец. Они ни на что не годные. Да, это ни к чему. Они отслужили свое. Я ими, ну, блядь, так, более-менее доволен. Все, новая эпоха. Mission, трекер. Короче, сейчас мы покажем вам байк Валеры, да. И поделаем какие-нибудь трюки, но очень ограниченные, потому что там лужи везде. Почему? Мне еще прикататься на покрышку. Да что там прикатываться-то? Блин, жарко на улице, капец, и этот, такая как дымка зависла в городе с такой вонью неприятной. Торфяники горят. Ставь лайк, если у тебя в городе тоже торфяники горят. И вонище всякой говном, блин. SBS Street Force. SBS Street Force. Ебой. Yeah, тупо толщину зацените спереди. Расстояние вообще миллиметр, блин. Тупо фуржа VIP теперь будет лететь. Ну-ка давай с моей сравним. Без боли в пальцах. Но у тебя спереди опыт. Ой, опыт. Обод очень широкий. Давай задний, у тебя опыт, потому что же Одиссей. Подставь, у меня другой, плотный. У меня парковый Одиссей. Так, нет, они одинаковые, типа. Нет, у меня парковый Одиссей. Блять. Рим Накамура про-модель, блядь. Чего нахуй? Алло, ты что хуйню какую-то несешь? Я тебе говорю то, что он по толщине одинаковый. Может быть. Ну подставь ты нормально-то. Валера, Икей кривой. Одинаково, короче. Не-не-не, у тебя пошире. Кажется, по крайней мере, так. Сей квадрант. Седлом сзади вообще бодро выглядит. Если честно, хуета обод. Чего? Че тебя не устраивает? Офигенный обод. Ну, в общем, сейчас будем какие-то движения делать. Сейчас по энергии заряжусь, переходик бахну. Бля.
Кринж ебаный, блядь. Валера сделал сейчас новый для себя трюк, но он не делает барспины. Выглядело, если честно, своеобразно, прикольно. Так, парни, это следующий день. Перекус Валеры, сырная лепешечка. Просто огроменная. Сырный сыр. Валера, короче, себе сделал колесо, но возникла еще одна проблема с ободом. У тебя, кстати, в некоторых местах оно, да? Ну, короче, вот тут такие трески, типа, как вулканчики, да, можно их назвать, типа. Рано или поздно обод полностью снапнется, придется менять. У меня перекус, там, как обычно, пицца, пепперони и энергос, и Валера тоже. Покрышки всем рекомендую. Покрышки Валере вообще по кайфу. Мишем трекер. Берите, не пожалеете. Не, реально, если честно... Мэмл едется как надо. Если честно, покрышки реально бодрые, вот эти Мишин. Типа, прям вот их качаешь, они прям такие огромные. Прям вот для стрита вообще бодрые. Они даже шире моих, получается. В скейт-парке сейчас какой-то детский сад. Очень много детей. Они сейчас ебутся, наверное. По прогнозу, сегодня последний теплый день. Дальше все дожди, дальше сентябрь. Короче, все плохо. Вот. Так что, надеюсь, сегодня какие-нибудь трюки поделаем. И я надеялся, что сегодня эта лужа высохнет, но она не высохла. Бля, это реально печальная ситуация. Эта лужа максимально раздражает. Ладно, в общем, кушаем и трюки.